Сегодня я неизвестным образом превратился в Ардена. И Фласке предстоит понять, что на самом деле Варденом являюсь я. Но получится ли у меня помочь ей это объяснить? Ведь самая главная проблема заключается в том, что она не будет меня слышать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ну а мы начинаем. Как вы можете заметить, прямо сейчас я нахожусь в теле Вардена, и сейчас я вам расскажу, как я им стал. Дело в том, что я решил в одиночку его одолеть. И после того, как я сюда спустился, какие-то неведомые силы меня, видимо, по башке ударили или что-то такое произошло. Короче, у меня все в глазах потемнело, и я после этого стал Варденом. В общем, я уже несколько дней гуляю по своим вот этим вот просторам, я не могу отсюда выбраться, и не вижу ни одной живой души, я не понимаю, как мне... вернуть свое тело! Скретчи! Я спасу тебя! Опа-па-па, тихо-тихо-тихо. О, это Фласка, Фласка, тихо. Это я! Давайте побежим к ней, побежим к ней! А чё, чи-чи-чи, это я, это я! Я ж смогу тебе объяснить, что это... Я понял. Она меня также видит Варденом, каким я все-таки и являюсь. О, оно, кажется, прошло мимо. Пойдемте. Ребята, нам надо найти Скретча. Он как-то... А, стой, сколько? Часов 12 пошел назад. И пропал. Походу, его захавал этот чудик. Знаете, почему я это поняла? Ты что за мной идешь? Я не знаю, мне нужно как-то ей объяснить, что я это я. И я не знаю, как это сделать. А все, а наверх ты не заберешься. Короче, как я это поняла? Потому что Варден уже при... Какого фига? Да это я, блин, я не знаю, как ей объяснить, что это я. Так вот, так как он уже при... Говорили уже, говорили! Пойдемте отсюда, нас подслушивают. Так как Варден уже призван, значит, Скретчи тут точно был. Вопрос. Где Скретчи? Скретчи! Я найду тебя! Нужно ей как-то объяснить, что я это я! Давайте ей что-нибудь подарим! Я могу... могу... Давайте просто... Я могу давать сделать бубух! Я статуя. Я не двигаюсь. Она издевается надо мной. Он меня нюхает, тихо. Она... Давайте понюхаем. Смотрите, нюхает. Сейчас уйдет, и мы пойдем. Я включил звук сердцебиения. Ну давай быстрее, мне уже надоело! Скрытие, 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 скрытие! Да она меня бесит, сейчас я ее на руки возьму. Она меня убить хочет, она меня хочет захавать! Да не хочу, я тебя захавать! Мне нужно... Чего тебя? Тихо, надо в дырочку не залезет! Да отпусти ты меня, придурочный! Тихо, надо в дырочку... Мне нужно объяснить, что я это я, чтобы она помогла мне вернуть тело! Она не может помочь мне вернуть тело! Она меня бесит, я уже, знаете что? Давайте понагнетаем обстановочку, сердцебиение поусиляем! И куда она исчезла? Вот она как это, как мышь, изворотливая, изворотливая! Я ее... А, вижу, вижу! Давайте побежим на нее. Ну почему она боится? Почему она бежит именно на меня? Я же вообще стою в кашу, она не может. Слушайте, какой-то подозрительный Варден. Да. Слишком подозрительный. Давайте помашем, да. Мне. Оно живое? Да, живое. Ты знаешь английский? Чё? Нет, давайте, давайте скажем нет. Я тоже не знаю. А турецкий? Да, да что за тупые вопросы? Не знаю, нет, вот лампочку могу тебе дать, фонарик, да. А ты вегетарианец? О, халява. Что это такое? Где? Да. Где? А, подобрала и не заметила? Ля-ля-ля. Ну ладно, ты это. Да я понял. Все, я пойду. Ты хочешь, чтобы я ушел? А, давайте скажем нет. У тебя нет друзей? А, давайте скажем да. Ну, Скретча тоже нет друзей. А, кстати, ты случайно не видел мальчика с белыми волосами и с разноцветными глазами? Давайте скажем да. Где он? А, давайте вот так вот поделаем. Я не знаю, как показать на себя. Ты его нюхал и съел? А, нет, я его не видел. Ты его видел? А, да, это я и был. Это было давно? А, давайте скажем, ну, вот так вот. Да, это было давно. Это было час назад. Нет, да что за тупые вопросы она задает? Пойдем, как-то нужно вернуть мое тело. Ну ладно, хорошо, я поняла, что ты какой-то странный Варден, поэтому ладно, неси, я тебе доверюсь. Ну смотри, если ты воткнешь нож мне в спину, я больше никогда не буду доверять мобам в Майнкрафте. А интересно, если я сейчас сделаю свою лучевую атаку, Фласку заденет или... Ладно, не будем проверять это, мало ли. Так, я не знаю, я ей могу тут экскурсию провести, к сундучкам сводить. Вот, мне все равно в теле Вардена вот эти вот все ваши ресурсы человеческие не нужны. Давайте просто... Погоди, ты меня к Скретчу ведешь? А, нет, вот, нужно ей сундук показать. А ты знаешь, где Скретч? А, давай. О, хорошо, веди. О, сундук, что тут у нас? Кстати, неплохие вещички. Все, забираем, и теперь вот эти, смотри. О, еще лучше штаны, неплохо. О, красивый факел понадобится, дом украшу, вообще с кайфом, осколок. Пластинки какой-то, не знаю, зачем она мне нужна. Покажи мне, где Скретча ты видел, а? Так, ну, я вот за себя показываю. Отведи меня, пожалуйста. Да ну как я тебя должен отвезти, если я не знаю, как...
объяснить. Так, я бочком пройду здесь, надеюсь. О, бочком прохожу. Ладно, я дам тебе целую 1000 рублей. Покажи, где скретчи. Ладно, может, я с флаской смогу выбраться из этой пещеры, потому что везде здесь узко. Фиг пройдешь. Вон там вот я не могу пролезть. Ну так чё, где скретчи? Ты просто понимаешь, его нет со вчерашнего дня. О! Он пошел сюда и пропал. Вот так покажу, вот он. Ты куда-то назад выстрелил. Чё, он где-то внутри? Под камнем, да? Я не знаю. Так, давайте я поставлю вот так. Вот. Ну, если под камнем, то окей, еще раскопаю. Так, где-то тут у меня блокерка. Нет, я не могу ее стукнуть. Давайте постучим сердцебиением. Вот, ты вот. Ты что-то хочешь? Во, на пьедестале, это я. Че? Алло, скретчи там? Нет, ну я скретчи, вот он, вот здесь вот. Во. Погоди, ты поставил деревяшечку, а сверху коврик. Да. Ты его похоронил? Нет, 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 нет. Вот знаете, в эти донетки с флаской играть, это просто жесть какая-то. Опыт, ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно, ты сказал, если скретчи здесь, ща мы его найдем, ща будем копать. Ну где ты его найдешь? Не найдешь, потому что я и есть скретч. Давайте, во, вот здесь можно выбраться. Давайте мы попробуем выбраться. Может, у нас получится это сделать. А я? Что, погоди, значит, счет наверх поднялся. Он где-то сверху? Погоди, ты меня к скретчу ведешь или нет? Куда ты меня ведешь, алло? Блин, веду, веду. Только тут слишком узенько, я тут не пролезу. А, я поняла, он был у тебя, потом ушел. И сейчас, ёшкин ты кот, дай-ка я плыву. Сейчас раскопаю. Тяжелый случай. Я не пролажу тут. Да погоди, ну куда ты свою моську суешь? Дай я дырку побольше сделаю, нормас? Да нормально, нормально. Жалко, она меня не слышит. Да что она тут везде копает? И как я тут должен пройти? Он где-то там? Да, давайте скажем да, я уже не знаю, что говорит. Погоди, дай я быстро сплаваю, а то нафига я буду раскапывать, если его там нет, то и все, нам сюда не надо. Да ёшки, ты кот, как сложь, да. Блин, капец. Так а что ты сразу не сказал, что скретч был у тебя, а потом он ушел? Я-то думала, ты его захавал, я уже думала, тебя на шашлык пустить. Ча, я вернусь. A few moments later. Ты сказал, он где-то тут? Пойдем, пойдем. Я не знаю, как... Ребят, вот напишите в комментариях, как бы вы объяснили Фласке, что я это я. Вот у меня не получается это сделать. Ё-моё, мы в зимнем биоме, походу. Либо... Зимняя дырка, какая-то. Зимняя дырка. Но я могу брать блоки, я могу брать блоки, и мы тем самым сможем отсюда выбраться. Кстати, я же реально могу брать блоки, и Фласка могла никак... Это что было? Ты что, нож в спину вставил мне? Извинись. Нет, это не я перепутал кнопку. Так, ща, я Фласке буду строить здесь лестницу. Веди вот. К скретчу, давай, понял. Поперли, давай, паркур. Я люблю паркур. Да какой паркур? Дед, это не паркур. Веди, где скретчи? Да я и есть скретчи, вот. Ребят, Фласка, либо тундук, либо я плохо объясняю. Одно из двух. Ё-моё, тут слишком по-зимнему. Надеюсь, Фласка выберется, это я тяжелый. Мне сложно выбираться. Ой-ой. Чё ты под себя тут это строишь? Вот-вот-вот, да-да-да-да-да. Алло, ну копа, раскапывай. Чё встал-то в этой фигне-то? Ёшкин ты кот, вроде бы умный. Блоки он ставить умеет. Вот, да-да-да. Подозрительно, что он умеет ставить блоки. Тебя скретчу научил. А, давайте скажем да. Правильно, скретчу у нас умный пацан. Иногда бесит, иногда хочется пальцы ему переломать за то, что он делает в Майнкрафте. Но тут по факту, по факту. Да вот, я, вот, сердцебиение. Не бьет. Ну, значит, точно не скретчи. А я-то уж подумала, что ты скретчи, прикинь. А, блин, да нет, 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 Вова правильно подумала. Так, она говорит, побить ее нужно. Давайте ей цветочек подарим и побьем ее. А-а-а, с кайфом. Да вот куда? Это глыбина. Вот, эй! На. Эй, чё, мы не туда идем? На. Показывай. А, ты мне цветок хотел подарить. Спасибо. Куда нам? Ребята, это жесть какая-то. Нам, давайте сделаем вид, что нам куда-то туда. Во, я ее на этот, на медведя посажу. A few moments later. Ребята, я уже устал ее тащить. Слава богу, я не могу проголодаться в теле Бардена. Это меня очень успокаивает. Давай, просыпайся. Давайте бубухни бросочек. То куда? Не понял. О, нифига себе, мы только что были в зимнем биоме, потом что-то я закимарила. Ты меня донес до сюда, это так мило. Да-да-да-да. Ты меня не кинул, я думала, ты кидала. Ща-ща-ща, я принесу ей морковку, Во-во-во, морковка. Дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что такое? Ты мне даешь морквю? Это так мило. Да. Но морквю любит скретчик, я не люблю моркву. Нет, она полезна. Точно, у меня куча моркви дома, ребята, жесть. Надо помыть и поесть, потому что для зрения... Стоп, для чего полезна морковь? Для зрения вроде бы, не помню. Во-во-во, ну
морковка, ну давай, 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 на-на-на. Это так мило, что ты меня подкармливаешь. Но знаешь, что еще? Скретчи любит морковку, а подозрительно, почему ты мне из всего, что есть на этой грядке? Да слушаю, слушаю, я пошел крафтить оранжевый краситель, чтобы она точно все поняла, где она есть. Я уже начала действительно задумываться, ребята, а что если этот Варден это Скретчи? А знаете почему? Потому что, во-первых, из всего, что тут есть, он мне дал только морквю, не картоху. Что ты мне дал, не понял. Во, а? Что стало со Скретчем? Давай не скажем да, я уже не знаю, что ей говорить. Признавайся, ты его съел! Нет, я его не ел, я и есть. Так, давайте просто я залезу в какой-нибудь дом. Это будет мой дом. Вот, а? Я поняла. Ты съел Скретчи, и Скретчи порабощает твой разум. Поэтому ты не тупой, а умный да, Варден. Да, да, и да. Поэтому... Что? Серьезно? Да нет, конечно. Ну, блин, прикольно. То есть из-за разума Скретча, который сидит в тебе, ты хочешь иметь свой домик. Это так мило. Я понял. Я, пожалуй, сожру голема. Просто сожру. Оба. Но, видимо, что-то дикое в тебе все еще осталось. Потому что Скретчи бы никогда не захавал голема. Он бы с кайфом его убил. Вот, и... скрафтил из него какой-нибудь топор. Правильно, правильно, нужно скрафтить из него ведро. Может, мне ведро молока поможет, потому что я уже не знаю, что мне может помочь. Где? Где голем? Че, я единственного голема, что ли, сожрал? Че, куда идем? Че ищешь? Да голема я ищу, голема. Походу, он был один. Я его сожрал, и даже желез с него не выпало. Гениально! На, сиди тут. Давайте и пшеницы добудем. А тебе кто-то говорил, что ты гений? Мы сделали круг и пришли в то же самое место. Че? Поверишь? Выплевывай Скретчика. Это просто какая-то жесть. Фласка, тундук. О, голем! То, что надо. Не подходите ко мне. Я тут с големом сражаюсь. Давай. Ты так бегаешь, Угарда, я не могу. А что, Угардова нога хромает? Так, мне нужно все. Я прям максимально, профессионально все делаю. Верстак, вот он. Ведро. Может, получится. Вот, ведро, ведро. О, давай. Нет, ты что, взамен хочешь? У меня есть морковь. Нет, нет, нет. Морковь я люблю, конечно, но ведро мне важнее. Ну, еще у меня есть стоп сена. Не нужен мне твой стоп сена. Все, мне нужна корова. Давайте ее возьмем с собой. Будем искать корову с флаской. Не с коровой, как многие подумали. Я не знаю. Давайте я попробую изобразить корову. Вот. Понятно? Че встали? Куда шли? Не, ладно. О, я тоже так могу. Да я не так делал. Она издевается надо мной. Я пошел искать корову. Эх, тяжелый случай. Ча, у меня блоки есть, у меня есть снопседа, ща приду. Ребята, что вспомнил? Я ж сознание мобом могу отключать. Ё-моё, совсем про это забыл. Так, ведро молока, во, принесем эту корову в ласке. Где она есть? Эх, она меня даже не видит. Давайте ей опоздавательный сигнал кинем. Та-дам! Ну и куда он пропал? Только из этой дырки выбралась. Хопа, и нету уже Вардена. Где Варден? Да, у нее вообще звуки в Майнкрафте есть? Или она без звуков играет? Слышу, слышу, где-то слышу. О, привет, братан! Вот корову притащил. Зачем? Вот, ведро молока. А чё она блестит? Чё такое? Хочешь ты блестеть? Я не смогу все равно сделать, чтобы она блестела. Вот, ведро молока, ведро. Понятно? Ну так давай мне его, если хочешь мне дать. Я понял. Я просто пью ведро молока и все. О, фласка! Скретчи? Да, это я. Опять меня троллил. Все понятно, я не делаю тебя. Я пришла тебя искать, а ты меня троллишь Варденом. Да никто тебя не троллит. Я пришел к Вардену. Ну бух, потемнело все в глазах, и я Варден. Стою, хожу, ничего не делаю. Потом приходишь ты, вот. Ты не выпил свои таблетки, да? Какие таблетки? Вот тебе фиг объясни, что это я. Я это я. Я вот, ты спрашиваешь, это точно ты? Я построил. Построил с ковриком, пьедестал и показывал. Это я. Крыш, ты гений. Я пришла, я думаю, тебя он бахнул. Он тебя все. А он берет, просто-напросто что-то ставит. Что-то ставит. Да, ставь себе легкие. И стоит на этом. Я такая, это что? Это Скретчи? Он такой, да. Я такая, Скретчи. Ты хотя бы раз могла у него спросить, ты Скретчи? И он бы сказал, да. Он, мне что сейчас, ко второму? Окей, окей, окей. Давай, давай, вот как ты хочешь, чтобы это выглядело? Чтобы это выглядело вот так вот? Как? Вот так вот? Вот так вот? Извините, а вы не Скретчи? Извините. Да. А вы случайно не Скретч, а то он пропал. И я почему-то думаю, что он мог стать Варденом. И
именно так. Все, ты меня бесишь. Короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк и подписывайтесь на наш канал. Хватит вилкой меня кидать. Где вилка? О, она где вилка? Да, с вами были Фласочка и Скрэч. Всем удачи и всем пока. А я сваливаю от этой сумасшедшей. Больной. Кто? Ты. Неправда. Я так и знала, что ты меня затроллил. Да не троллил я тебя. Ты постоянно всех троллишь. Но не сегодня.